Ой, я тут тоже бедокурил. Ну, это подальше. Только здесь уже не ест, что здесь, да, да. А не так, папума, нет, пави, щенков. А здесь восьмая тоже. Та-да-да, та-да, па-ба. А ты три раза играй. Та-да-да, опять играй. Ну, скажи. Здесь не запаздывай, да? Та-да, па-ба-па. Ой, да. Па-ба-ба. Та-ба-ба-ди-ли. А да, это вот новые вещи еще, да я не совсем такая. Да я сам бы толком-то в жизни не играл. Еще, да. Видишь, даже тему еще не доучил до конца. Это как, лучше бы не играл, вот так бы я бы сказал. А с другой стороны, ты играешь очень много, надо играть мало. Но надо попадать надо в ноты. Попадать нужно в те ноты, которые в гармонии. Смотри. Это ноты бьёшь по здесь. Это не транспонированные. Вон, вот эти ноты. Хорошо. Я по этим уже. Смотри, здесь не бьёшь. Сейчас можно? Давай. Да. Вот эту ноту взял? Вот эту? Да. Она из-за такта. Там, та, там, 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 там. Это что за это четы, что ли? Это четверная, по-моему. И как ты будешь ее читать? Не знаю, это нам Юрий Николаевич. Это восьмая пауза, но Юрий Николаевич превратил ее в четвертную. Да? А где ноты те самые? Где там, здесь? Вот. Вот, она тут восьмая! Палыч, там Глеб пришел. Хорошо. Учить медленно темп, а потом поднимать на более высокий. Два, три.
комиссии не гармонии, так в общем, да, в целом, это, в общем, молодец. Да, когда мне спешу. Она не зафиксирована на ноты, нет? Нет, не зафиксирована. Ее надо фиксировать на ноты и уже кругляшочком обозначать, что ты очень много пентатоники используешь. Ну, да. А там в пентатонике, это не знание. Я просто же еще тема, у меня остается время. Я как бы распределил, у меня кончаются идеи, я начинаю повторяться. Да, если сможешь, да. Фиксируй на ноты. Чтобы маленькие исправления вести, маленькие. Да. И тогда будет совсем хорошо. В целом неплохо. Да, в целом неплохо. Да, конечно. Тему подучить. Тему подучить, да. Бички.